calculatoarele care le-am primit. Școala avea calculatoare de un model foarte, foarte vechi. Au fost 6 calculatoare, dintre care erau lucrătoare numai 2. Cu regret, copiii vroiau, dar nu puteau să fac lucruri bune, mari, să afle ceva nou. Eu cred că IT este nu numai pentru băieți, este pentru toată lumea. Apropo, cum și designul, că aici putem da liber fantaziei, putem să facem ce dorim. Iar de când a apărut acest proiect STEM, am înțeles că se poate de lucrat încă mai bine și mai repede cu ajutorul calculatorului și această idee mi-a apărut acum de ultimul an. Eu țin minte că noi în clasa noastră eram 8 copii și la 2 calculatoare 4 și 4, adică pe jumătate, și lucram cât dovedeam, dacă lecția este aproximativ 40-45 de minute, câte 10 minute fiecare maxim. De când a apărut tehnica nouă, eu am început să fac mai multe prezentări, mai multe programe, sunt de care mai ușor de lucrat cu textul, cu desenele tot e mai ușor și cu designul și care, sunt programe care nu erau la calculatoare cele vechi și aceasta foarte mult ajută. Я не ожидала, что будет настолько здорово здесь учиться, и что такое оборудование нам будет выдано. С каждым днем, с каждым курсом я чувствую, что мой уровень в графическом дизайне, в целом в навыках, он увеличивается еще больше. Это облегчает процесс образования и студентам получать те знания, с которыми они будут конкурентоспособны на рынке труда. Новое оборудование дает нам большой шанс к развитию новых технологий. Наши студенты смогут изучить более современное и новое направление. Здесь уже работают 2 студенческих научных общества. Один посвященный анализу данных, а другой непосредственно экономико-математическому моделированию в экономике. И вот использование этой техники как раз позволяет реализовать дополнительные проекты. Я принимала участие в 2 проектах, первый из которых — это виртуальная экскурсия, а второе — это проект, связан с развитием соцсетей. И данный курс, я считаю, был отличной возможностью усовершенствовать свои навыки в данной области. Внедрение STEM образования позволяет все новые, все специальности как бы по-новому на это посмотреть. Что на сегодняшний день без знаний IT, так скажем, нельзя никуда устроиться как надо.